Ветераны Великой Отечественной войны, студенты и ребята из Центра патриотического воспитания «Ратмир» стали участниками автопробега. Именно этим действием по традиции открывают череду военно-патриотических мероприятий. И не только в Анапе, хотя с участием анапчан. Сегодня же точно такой же автопробег краевого значения проходит в Новороссийске. Вот у нас сейчас ушел экипаж туда. От нашего до САФа ушел экипаж для участия в этом автопробеге. Такие мероприятия важны для ветеранов. Это знак уважения и благодарности. Для детей повод почувствовать гордость за дедов и прадедов. Автопробег – это не просто поездки по памятным местам, как может показаться на первый взгляд. Это путеводитель по истории Великой Отечественной войны и Великой Победы. Участники автопробега возложили цветы к памятникам и мемориалам.